Ненецкий округ – единственный регион, где нет зараженных коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба на 24 апреля. В минувший четверг единственный пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус был выписан из стационара. Его тесты показали отрицательный результат. По состоянию на 24 апреля 2020 года на территории Ненецкого автономного округа был выявлен единственный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время больная выписана из отделения Ненецкой окружной больницы. Все контактные по данному случаю обследованы. Это 162 человека и сняты с изоляции в установленном порядке. На сегодняшний день у нас нет больных коронавирусной инфекцией. У нас один человек находится в обсерватории и 5 человек находится на самоизоляции. На самоизоляции находятся люди, вернувшиеся из Республики Беларусь. В обсерваторе больной пневмонией работник нефтяной компании, который доставлен на Рейнмар с месторождения. Тест на коронавирус у него отрицательный. Также на брифинге была отмечена эффективность мер, которые принимаются в отношении обеспечения профилактики коронавируса. В первую очередь это касается выявленного случая. Хотелось бы отдельно сказать спасибо медикам, потому что все равно первоначальные действия были выполнены медиками, тем постом, который находился в аэропорту. Мы вчера, вот, когда выезжали, еще раз в этом убедились, потому что там ведется журнал, в журнале есть запись. На момент прилета температура была 37,2. И ее перемеряли дважды, и было сообщено в поликлинику, и, соответственно, взят мазок, и по результатам было выявлено. Однако, несмотря на стабильность, расслабляться не стоит. В регионе введены и действуют до конца апреля меры повышенной готовности. А это значит, что закрытыми пока остаются детские сады, школы и средние учебные заведения продолжают работать в дистанционном режиме. Если посмотреть динамику заболевания по России, то можно сказать, что она отчасти стабилизируется, потому что прирост ежедневно небольшой. Соответственно, сейчас говорить о том, что какие меры принимать через неделю, через две, ну, как бы не совсем корректно, потому что ситуация меняется каждый день, и в зависимости от этого и будут приниматься решения. Всего в Ненецком округе снято с медицинского наблюдения 397 человек. Проведено 1028 исследований на коронавирус. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север».